Доходы населения Беларуси за год выросли почти на 8%. Основным источником денежных поступлений остаются зарплаты, пособия, пенсии. Традиционно самая высокая оплата труда у специалистов, занятых в IT-секторе. На втором месте работники сферы пассажирского авиатранспорта. Минобор определил перечень международных и республиканских мероприятий, победители которых могут рассчитывать на поощрение спецфонда президента. В списке 46 событий, среди них турниры юных математиков, физиков, заключительный этап олимпиад по учебным предметам, конференция юных ученых и многое другое. Более 5 миллионов российских туристов посетили Беларусь в прошлом году. Если раньше гости из страны-соседки ездили только в Минск, областные центры, то теперь стали активнее посещать другие места, в том числе Полоцк, Пинск, Беловежскую, Налибокскую пущи. Жители Синёлкой проявляют интерес к поездкам на Кавказ и в туры Золотого кольца. В преддверии Дня Великой Победы и 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Бобруйске реконструируют братскую могилу воинов и партизан, которая располагается в микрорайоне Киселевичи. Сейчас специалисты укладывают новую тротуарную плитку. С 23 по 25 апреля с 10 до 14 часов в Центре доп. Образования детей и молодежи на Социалистической 90 пройдет ярмарка вакансий по вопросу трудоустройства учащейся молодежи в свободное от учебы время и выпускников учреждения образования.